В Красноярске отметили День военно-морского флота. Несмотря на коронавирус, большую часть традиций все-таки удалось соблюсти. На левобережной набережной возле Кица собрались десятки ветеранов, действующих моряков и обычных красноярцев. Морские солдаты торжественно спустили на воду венок в честь тех, кого уже нет рядом. Тем временем на берегу не смолкали тематические песни, исполняли их музыкальные коллективы со всего края. Одна из главных традиций – торжественный подъем флагов около теплохода с Святитель Николай. Давайте посмотрим, как это было. Флаг гюсь, с деньги о флаге, флаги русичьи поднять. Здесь мы вспоминаем свои нелегкие, но счастливые и славные годы, которые мы отдали нашему славному военно-морскому флоту. Те, кто не пришел сюда с нами, они все равно в душе навсегда остаются моряками и отмечают у себя в своем, так сказать, в узком кругу